4 апреля 1945 года. 4 апреля в полосе Карпат войска 4-го Украинского фронта совместно с чехословацкими войсками заняли более 60 населенных пунктов. Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии – Братислава, крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли город Баден и более 30 других населенных пунктов. За 4 апреля подбито и уничтожено 22 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.